Сейчас Владимир, как мне кажется, да, она быстрее даже постаралась забыть русский язык именно той обиды, как бы лучше отрезать то, что было, начать новую жизнь и совершенно быть несчастливым человеком, когда ты купаешься во внимании тех людей, которые тебя по-настоящему любят, а говорить о том, что какой был замечательный деревенский дом, но только его не было. Я тоже как Старченко, я с тобой абсолютно солидарна. Что ни к чему.